Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке три посылки. Сегодня у нас на распаковке три посылки. И давайте мы начнем вот с этой вот маленькой посылочки. Посылочка цена 18 центов. Шла на 32 дня. Трек номер не отслеживался. Написано, что это какой-то гель. Это, скорее всего, что-то опять для наращивания ногтей. Давайте посмотрим, что же там такое пришло. Да. Гель-колор. Это гель. Печатано. А это гель. Гель, наверное, для наращивания. Да, гель для наращивания. Пробовали они уже нарастить. Все получилось, попросил снять видео, стесняются они на видео, стесняются они на камеру, так что не знаю, буду уговаривать, но пока не получается. Значит, в первой посылке у нас гель. Давайте посмотрим, что во второй посылке. Вторая посылочка сколько шла, я не посмотрел, оценена в $2, оценена в $2, трек номер тоже не отслеживался. Я не понимаю китайцев, еще раз повторюсь, я уже говорил об этом, почему они делают, чтобы номера не отслеживались. Так, вот, это формы. Да, это два набора с формами. Это два набора с формами. Есть одноразовые формы, а это форма многоразовые. Давайте одну коробочку откроем, посмотрим. Откроем одну коробку. Вот такие формы. Да, вот такие формы. Вот так вот они надеваются на ноготь. Плохо. Давайте. Да, вот так вот надеваются на ноготь. И наращиваются. Мне кажется, все-таки бумажные лучше, какие-то неуклюжие, неудобные. С бумажными, мне кажется, проще. Ну ладно, это они пускай разбираются, значит, вот такие два набора. И самое интересное сегодня, это вот эта вот посылочка дошла она за 25 дней. Оценена на $8. Даже на $8 посылка, трек номер не отслеживался. Это рюкзак. Запечатано хорошо. Давайте посмотрим. Так, вот такая вот посылочка. Такой вот рюкзачок. Маленький рюкзачок. Да, кстати, скину фотографию. Ставлю ссылочку, наверное, где-то здесь. Ставлю ссылочку на видео. Приходил рюкзак с Симпсонами. И скину фотографии, какой он сейчас. Буквально за 2 месяца он выцвел до неузнаваемости. Просто вся краска облезла. Так что не рекомендую я вам его. Скину фотографию, что это за рюкзак. А это вот такой вот маленький рюкзачок. Маленький рюкзачок. Вот на таких клямочках. Это, скорее всего, это племянница, потому что она хотела маленький рюкзак. Вот такой вот лямки. Такой вот кармашек здесь. Вот здесь вот кармашек. Да, в принципе. Китаем не пахнет, прошито не очень. Да, смотрите, внутри еще есть вот такой вот маленький карман. Есть еще маленький карман. Собирает на себя шерсть, нужно использовать вместо щетки для сбора шерсти. Поскольку у меня кот, шерсть у меня везде, шерсть у меня уже как приправа. Вот такой вот рюкзак. Ну что, на сегодня все. Такие вот товары. На сегодня все, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Будут еще распаковки, будет много всего интересного.
скоро будем делать аквариумы, террариумы, формикарии. Оставайтесь с нами, со мной. Подписывайтесь на канал, переходите в описание, общайтесь, пишите, я всем обязательно отвечу. Ну а сегодня все. Сегодня пока.